Оставив дома детей малых, забросив пеленки, распашонки и памперсы, вас пришли поздравить новоиспеченные родители, ваши давние друзья Алла Пугачева и Максим Галкин. Максим, пожалуйста, на сцену. Пусть очень наш циничен век, и все вокруг имеет ценник. Гордится каждый человек, что он твой, Галя, современник. Хочу сегодня я сказать, мне тоже ведь не 25, твои года, мы в них не верим. Спасибо, дорогие друзья, спасибо большое. Неожиданно решил начать с этого голоса, потому что те голоса, которым я сейчас перейду, уже сколько раз сегодня были, тем не менее, хочу передать им слово под ваши аплодисменты. Лимиджи донак, джаконтину жгав, пожалуйста. Ой, я с Валей уже должна говорить, я не знала, боже. Да брось, Лиля, давай говори, что там уже. Ну, тут столько людей пришли вас поздравить, Галина Борисовна, я не знаю. Регламент такой, нас ужимают, и я говорю, чтобы они побыстрее. Давай скорее выходи уже, кто там еще? Валя, подожди, не обижай заранее. Это от Первого канала Елена Малышева подошла. Дорогие друзья, конечно же, актер – это диагноз. А режиссер — это хороший лечащий врач. Я тут эпиграмму сочинил. Подожди, Валя. Я хочу сказать, я подготовила сегодня наглядную пластмассовую модель, которая имитирует отношения Галины Борисовны с актерами. Но, к сожалению, она не прошла в двери. Поэтому просто поздравляю. Можно я эпиграмму скажу? Валя, давай уже. Про Малышеву. С утра приходит к нам она, когда за завтраком страна. И так расскажет про клозет, что в рот не лезет и обед. Простите, ради бога, он вообще... Валя, я же просила. А сейчас только ничего не говори. А сейчас замечательный историк хочет поздравить. Эдвард Станиславович Радзинский. Пожалуйста, Эдвард Станиславович. Вы знаете, тут много говорили о том, что Галина Борисовна волчек. Волчок. А, это неправда. Что, истребители летят, что ли? Подожди, Валя. Это неправда. Галина Борисовна — это волчара, которая на своих плечах из года в год несла эту тяжелую ношу и всегда держала фигу в кармане. Даже когда ставила большевиков по Шатрову, она что-то имела в виду, то, что даже Шатров не имел в виду. У меня родилась эпиграмма. Валя, я тебя прошу. Про Радзинского. То, как зверь он вдруг завоет, то заплачет, как дитя. Правду матку редко кроет, чаще врет он все. Подожди, Валя, я тебя прошу. Тут такой уважаемый человек подошел, Вячеслав Михайлович Зайцев. Даже надо сказать, здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Сейчас оригинал будет выступать. Дорогая Галечка, что не праздник? Первый канал, не приключайся, Первый канал. Вы знаете, потрясающий, Галя, потрясающий человек, потрясающий, уникальный, уникальный. Понимаете, у нее потрясающее чувство силы. Она всегда очень умело имитирует богатство. Ни черта у нее нет, но она молодец. Она вот меха, тут какие-то что-то, камни, пусть недорогие, но большие.
Они, конечно, немножко руку тянут, но ничего, она все равно подносит эту руку, потому что камень большой, но она тянет, потому что сигарета заветная во рту. И я хочу сказать, уникальный человек. Она, вы знаете, всю жизнь одевает, этот театр одевает, эти декорации, терпит этого Каплевича, ремонт, и сама потрясающе выглядит. Виват, молодец большой. Спасибо. Лилечка, здесь что-то Татьяна Анатольевна Тарасова вернулась. Она что-то не досказала, из Сочи обратно прилетела. Дорогая Галя, я хотела сказать, может, ты не поняла. Вот ты все время отсылаешь ко мне артистов, которых не задействуешь в постановках. Так может, я тебе хоть фигуристов этих чертовых пришлю, которые же никому не нужны? Давай, Галь, мы вместе, давай, бартер, давай, я в Сочи обратно. Спасибо, что они чуть не оглох от нее. И, конечно, слово сейчас хотел бы представить. В финале этого всего подошел Роман Григорьевич Виктюк. Он скажет самое главное, но он без очков не уступает. Поаплодируйте ему, пожалуйста. Тише! Боже! Что это происходит? Галя, это божественная энергия! И тише, русские, тише! И эта энергия питает нас всех! И она подобна той волчице, которая вскормила Ромула и Рема, она кормит нас всех этим божественным молоком. И мы все должны на нее молиться, как на эту волчицу. Спасибо!